Приветики всем подписчикам моего канала. Сегодня такой непроизвольный видеообзор. Я не думала его снимать. Он как-то по ходу получился. В общем, в чем фишка? Выиграла я сертификат на 2000 гривен в интернет-магазине Мегаспорт. Решила заказать пуховик. В общем, мне пришел мой пуховик. Вот такой вот я, не знаю, вот, что я буду сейчас, как я его буду надувать, возможно, но он в таком ужасном виде. Хотелось бы обратиться к магазину Мегаспорт. Пожалуйста, не позорьтесь. Упаковывайте товары в нормальные упаковки. Я хотя бы думала, что это будет коробка. Ну, в общем, распаковываем. Так бы еще хотелось, чтобы его не порвать. Ножницы даже не хочу использовать. Ну, вот чуть-чуть. Как-то даже обидно. Вещь все-таки не дешевая. Стоит он 2800, если не ошибаюсь. Доплачивала я 800 гривен за него. 2000 выиграла. Ну как-то, в общем, как-то так. Вот мой пуховик. Если кому интересно, подарочный сертификат. Вот так вот выглядит. Ну вот попробуем. Ну, хоть пакет фирменный. И то так. Чуть-чуть порванный. Какой-то вот. Вау-вау. Бумажки. Вот товарный чек. И вот, мне же не пообещали клубную карту. Вот такой вот пуховичок. Сейчас будем распаковывать. Пакетики. Если честно, за такую цену, можешь говорю, можно было и лучше упаковать, как-то презентабельно. Это все-таки же вещи более относиться надо получше. Видите цвет? Цвет приятный. Вот. Как было видно. Полностью вот так вот. Чтобы показать. Размер Эйка. С молнией. Не в ту сторону. Внутри. Так, я бы сказала, что он не очень теплый, но я себе не хотела слишком теплый. Карманчики, кого интересует. Мех, лиса или писец, не знаю. В общем, в таком вот виде. Отстегивается еще и этот капюшончик, что, в принципе, плюс. И вот такой вот. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк.